Продолжаем цепочку квеста с нашей красавицей-снайпером. Семку. И как? Ага. Надо X нажать, да? Для прыжки. Страшно прыгать первый раз? Ну, первый раз всегда страшно. Потом полегчает. Не совсем понял, как им управлять. До свидания. Я не понял, как им управлять. Оттяните. Куда оттянуть? Ага, понял. Отлично. Здорово, тетя. Неплохо. Для новичка. Легче, чем кажется. До сих пор не могу поверить. Вальс каким-то образом включил свет. Но зачем ему это делать? Он никогда никому не помогал. Зачем ему снова давать людям свет? Ты уверен, что это был он? Он использовал ключ ВГМ на автозаводе. Тогда свет вернулся. Логично. В прошлом военные заняли завод ради элементов питания на холмах. Но я понятия не имела, что их еще можно использовать. И запитать половину города. Береги этот ключ, Эйден. Черт знает, на что он еще способен. Нам пора на подстанцию. Опа, вы можете использовать вентиляцию, чтобы продлить полет параплана. С помощью вентиляции вы также восстановите выносливость. Вы можете подняться в воздух на вентиляции непосредственно на параплане, непосредственно с вентиляционной шахты. Встаньте на нее и удержите X. Окей. А это была гонка? Вся жизнь гонка, Эйден. Опа, чё? Здорово, мать. И еще не все. Да ладно. Гораздо лучше, Эйден. Управляй ветром. Или... он будет управлять тобой. Ай, жесть. Хорошо, отсюда уже не так далеко до подстанции. Иди и запусти ее. В одиночку? Ты большой мальчик, разберешься. Есть еще одна у метро. Я туда. Если мы заставим работать хотя бы одну, то сможем включить их все. Но как это сделать? Это не космическая техника, Эйден. Это старые приборы. Нам нужно проверить предохранители и кабели. А куда мне лететь? Ага, ингибиторы.
Куда лететь-то? Этот параплан, можно его как-то улучшить? Возможно, но это лучше спросить у мастера. Почему я не подлетаю наверх? Можно мне подлететь наверх? Стой! Ночной бегун? Я? Ночной бегун? Если бы. Они были невероятные, Эйден. Настоящие герои. Все, что у нас общего, любовь к стимуляторам. Но, может быть, когда-нибудь. Ну идем раз рядом. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Эй, ты не видел где-то тут ренегатов? Нет. Видишь, рядовой? Успокойся и дай Аглоту подумать. О чем тут думать? Почему бы не вернуться на базу? А ты кто вообще такой? Тот, кто может помочь. Пытаюсь понять, что с электричеством. Что-нибудь знаете? Это секретная военная информация. Мы пытаемся понять, как попасть наверх. Давай, расскажи ему все, чего уж. Подробно. Это что, тайна? А? Мы должны заставить эту херню заработать. Вот и все. Мой коллега сильно упрощает, но суть верна. Судя по всему, электричество вернулось, а это, похоже, подстанция. Благодаря им можно всему городу вернуть электричество. Нам дали приказ вернуть подстанцию в эксплуатацию. Короче, снова ее включить. Увы, без альпинистского снаряжения попасть к ней будет трудно. Миротворцам нужно электричество? Что будете с ним делать? Использовать? Сам как думаешь? Господин, похоже, интересуется, что будет, если электроэнергия окажется в руках миротворцев. Ответ относительно прост. Кто владеет энергией, тот владеет городом. Понял. Мне не нужно снаряжение, чтобы туда забраться. Я заберу себе снаряжение. Хочешь помочь? Ты окажешь миротворцам огромную услугу. Эй! Мелкокуйцы! Электричество! Выгонит всю море! Останется только спалить ее! Что он там сказал? Вроде что-то там про свою мать и козла. Тупые миротворцы! Мы заберем ваше электричество! Спасибо вам большое! Кончай их! Банда на банду. Yeah!
Хуя! Них. Что-то жестко. Чел, вообще, ты видели, какие камбухи крутил? Не останавливался. Дубль 2. Что-то их два раза меньше. А, это типа босс. У него большое хп. Что это за ренжа? Что это за хитбокс такой здоровый? Праздным фейерверком. Друг, а ты кто? Где научился так драться? Я Эйден. Эй, парни, знаете шутку? Что сказала пуля челу, в которого попала? Просто мимо пролетаю. Ты отрубил ему конечности мачете, не Тав. Технически мачете — холодное оружие, а пули нужны... Я рад, что ты цел. Вашему другу не так повезло. В последнее время их присылают сюда сразу после учебки. Или даже минуя ее. Новобранцы — пушечное мясо. Так считает командование. Хватит, не Тав. Прикуси язык. Конечно. Ну, друг, еще хочешь забраться туда? Не за бесплатно, конечно. Мы щедро платим специалистам. Почему бы и нет? Если понадобится помощь, используй рацию. Аглот шарит в электронике. Но отсюда я не смогу оценить уровень повреждения аппаратуры. Аглот — настоящий док в электронике. Ну чё, погнали. Попаркурим, получается, да? Так тоже посмотреть, да? Но на каком нормальном доме будут такие вот специальные прыгалки, да? Ну, трапы, да, можно их так назвать. Для паркура. И так почти тут на каждом здании. Так, значит, начинать отсюда надо как-то, да? Понятно. А куда дальше-то? Ага. Вот так. А тут куда? Получается вот так. А здесь вот так. Ага. А здесь вот так. Я внутри. И что там? Кто-то очень спешил, когда отключал ее. Полагаю, что разомкнута главная цепь. Найди кабель и подключи источник питания к передатчику. Принял. Это восстановит цепь. Необходимо остановить соединение между генераторами. Ладно.
Так, ингибиторы нашел. Понял, игра, понял. Игра посчитала нужным, что мне это не надо. Что за хер... Что это такое? А, ладно. Это мое зрение, да, супер крутое. Угу, на втором этаже, на этаж выше. А как же мне забраться? Веревочка. И что? Так, ладно, пока давайте все понюхаем. Дангер. Один, а мне надо три. А, соедините. Бля, с жопы кабель. Ха-ха, с жопы кабель. А куда соединять? Серьезно? Смотрите на этот трэш. Ну ладно. Вот с той же фиговиной, но из-за того, что я там намудрил, да? Поэтому типа не хватает или что? А ну поехали. Да тоже все равно не хватит. Блин, значит вниз тогда идем. Я на подстанции. Подключаю кабель к передатчику. Что? Все оказалось не так-то просто. Уверен, что справишься. Встретил миротворцев. Походу, они не могли добраться напрямую до подстанции. Так вот, почему ты молчал. Ты бы их видела. Они такие милашки. Ты знаешь, что это может дорого обойтись, да? Миротворцы, они ничего, но не с тем, мне, походу, напрямую надо. Без них я бы не справился. Кроме того, они внизу, а я наверху. Трудный выбор, да? Я имею в виду... Да пошли они нахер. У них есть свои люди. А что насчет народа? Кто-то должен быть на их стороне. Кто, если не такие, как мы? Я подумаю. Только не слишком долго, Слоупок. Что? Я уже закончила, а ты все еще водишься. Снова соревнуешься? Блин. А, вот еще, погоди. А вот же еще, смотри. Настя, что такой короткий-то? 17 метров. Слушай, а до того не дотянется? А ну подожди. Подожди.
Вот это до того не дотянется. Сколько у меня еще? Вот 13, дотянется. Угу. А этот до вот этого. А тот куда? В жопу? Почему один из трех у меня показывает? Я ж два вроде бы присоединил, не? А этот куда? Зеленый, а куда этот? Блин, там еще один наверху был. Развесь номера. Один, а тут один, три. Здорово. Всем ку. Спасибо за рейд. Здорово, Фунтыч, привет. Что-то не могу понять. О. Есть. Играем в новинку гейм индустрии, а именно Dying Light 2. Become Human. Так. Так, там третий, да, получается, стоит. Тут второй, да? Ага. А там третий. Хорошо, значит. Ага, понял. Все понял, братва, понял. Братишки и сестренки, понял. Вот этот надо через этот. Через веревку. Let's go! Stay human. Да, точно. Это я с Детройтом, да, попутал, получается? Угу. Такс. И теперь третий. И теперь, а как? Как же ж тут? Тут, мне кажется, надо как-то через верх. Ага, вот так, может быть, или вот так. А ну давай пробовать. Ну точно назад надо идти, не вперед. Давай, давай, 13 метров. Ползи, родненький, ползи. Угу. Не годится, не годится, не годится.
вообще куда-то не туда выполз. Не годится. Значит, что? Значит, как нам надо провод соединить? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Третий приемник на первом этаже, возле первого. Вот, над вот этим. Третий приемник находится вот здесь. Сверху. Ну, пробуем вот так. Тогда вариант. Да, вот так дотянем. Вот третий приемник. Да, включил. Будет свет. Что дальше? Включи блок управления. Он в диспетчерской. Уже иду. Твоя помощь — вклад в повышение безопасности города. Так, ребятули, я теперь говорю, нужен контейнер с ингибиторами. И понял, насколько это важно. Ладно, спасибо. Наверное. Понимаете или нет? Я хочу ингибиторы взять, и не отпущу их просто так. Теперь думаю, как их взять. Мне надо вот туда забраться. Что-то, мне кажется, надо по трубам помутить. По трубам, ага. А можно ли? Опа-ча. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Заперто изнутри. Ля ты, крыса. Еще тарзанка. А зачем мне она нужна? Ага. Ох, вот это прикол. Давай сейчас раскачу. О, поехали. Все ингибиторы, все мои. Как же ж тебя, родненький, взять-то? Что-то не пойму. Ну, идем потихонечку. Блин, как туда попасть-то, а? Чё-то ГГ. Не знаю. Вот-вот, контейнер с ингибиторами находится вот за вот этой... Вот он. Находится за вот этой дверью, а там написано «закрыто изнутри». Ох, сколько тут ящиков можно полутать. Тарзанке некуда прыгать. Дверь закрыта. Эта дверь закрыта. Прыгать некуда.
Так, наверное, сюда пробовать или сюда, не знаю. Так. Странно. Я вот... А, подождите, а какую я открыл дверь? Я что-то запутался. Я где-то открыл дверь. Ох, какие тут головоломки сложные, сложные, сложные. А, вот я открыл дверь, да? Так, давайте пробовать вот в эту вент лезть, в этот. Это где я вообще? Ну, такое. Ни о чем. Как взять? Ладно, иду тогда, получается, включать. Может, включу? Где третий генератор пролез бы? А где бы я пролез бы? Вот третий генератор. Вот вверх. Не, никак. А, подожди. А, тут я, в принципе, прыгал, да? Я тут прыгал. Все, получается, тогда ладно, полезли. Может, и мне дальше откроются гибиторы? Истина где-то рядом. Вот ингибиторы. Отдать миротворцам, отдать выжившим. Смотрите, в чем прикол, короче. Здесь даются приколдесы для... Я буду выживших качать, чат. Я буду паркуры. Подождите, вон, смотри. Подпрыгушку мне какую-то дают. Подушка безопасности. Во, видите, второе дают. А здесь можно качать типа приблуды для ударников зомби. Ну не знаю, кому тут что. Я, короче, качаю паркуриста. Мне, знаете, ну, всякие приблуды и выкрутасы прикольнее ощущать, так как это что-то новенькое, да? А в любой игре мы и так можем стрелять, кидать и драться. А что такого-то? Просто дразню тебя. Встретимся в закусочной. Слушайте, а где... Серьезно? То есть мне не дали сейчас ингибиторы забрать? Не, ну я сейчас спущусь. Прикиньте, меня... Меня просто тэпнули, куда попало. Ну ладно, сейчас будем набрать. Добрый вечер, Эйден. А где ж... Куда ж вы заходите? Блин, ну реально, это жесть какая-то. Заскамили на ингибиторы. Когда они так нужны. Не, ну я вернусь, братва, я вернусь. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Ну блин, ну честно, не прикольно. Ну ладно, не беда. Эй, тихо, тихо. Тихо, эй. Как попасть? Пустите меня внутрь. Как вы вообще, ироды, сюда забрались на крышу-то?
Вот так-то лучше. Я Ямакаси. Видишь, какие ингибиторы. Тяжело доступные. Не люблю легкодоступных, да. Что, я так и не отошла? А, это я наверх, да? А не, вниз. Так, здесь, ага, это наверх можно забраться. Ну, пошли дальше по... Сюжетное задание. Место... Так, встретись с Луан в рыбьем глазе. Пошел в шоколадный глаз. Кто со мной в шоколадный глаз, а? В комментариях пишите. Хе-хе, бой. Ого. Это, короче, я понял. Уже совершенно другой район. Видите, получается... Да, мы где-то 50% игры, может быть, даже больше уже прошли. Видите, тут еще одна карта. И тут уже многоэтажки. Обратили внимание? Как будто бы старый... как он называется? Не помню. Вилладж, не помню, короче. И новый. Так. Тут я еще вообще не привык, как забираться наверх. Это супер сложно. Не знаю, как наверх забраться, а? Тут откис... О, погнали. Насколько далеко мы улетим? Не, не супер далеко, но как есть. Рядом контейнер с ингибиторами. Опять ингибиторы, скоро мне снится будут они. Не, все, бежи мимо. Запущу и другие. Так, я давно не лутал медок. Обнаружил контейнер с ингибиторами. Опа, 87. Погодите, что-то не так. Какой-то медок только что завершил. Осуждаю. Где этот ингибитор? Где-то тут же был. Засранец. Ты допрыгался, чувачок. Я реально допрыгался. О. Блин, ну это, конечно, жесткий такой город. Я по нему еще как передвигаться, блин, не умею, реально. Тут на парапланах надо будет парить, да, получается? Довольно такой своеобразный. Блин. И что? А, тут 48 метров. Я уже пришел. Так, угу.
Да, еще парочка. Алкоголь и наркоша. Он меня так разозлил, что я даже забыла заряженных. Нормальный рыбий глаз. Обстановочка, Луан? Конечно, да. Тупо для вечеринки. Луан, слышишь? Луан. Надо осмотреться. Что это пришло в голову? Это чертовски тяжело. А потом вдруг все. Если вернется электричество, то я смогу снова вернуть бизнес. И да, тут же погас. Полностью, на несколько часов в неделю. Привет, я ищу Луан. Не знаешь, где она? Только была здесь. Бу. Шею сразу свернул. Нашел. Славно. Не, ну она такая ничего, такая, это знаете. Он? Гаджи, о котором ты говорила? Данил. А прическа какая? Я много о тебе слышал. Наглый сукин сын. Интересно, как ты запоешь, если тебе язык отрезать. Отвали, мудила. О чем ты говоришь? Что друзья Луан мои друзья. Даниэр говорит, что для подачи электроэнергии нужно включить другие подстанции. Электростанция работает, но вот кабели уже никакие. Атрофии маскуларные струиды. Мышцам нужна тренировка. Пойдем, комната Фрэнка вон там. Сначала разберемся, зачем Вальц вообще включил свет. Рад встрече, Гаджо. Будь осторожнее. Ты разве ее не слышал? Ну? Мы идем. Еще о Фрэнке. Видишь этих людей? В любом другом месте они вцепились бы друг другу в глотки. Но не здесь. Здесь они ведут себя собранно. Парочки в углу, видите, в уголку из-за там. Из-за Фрэнка. Гасятся. Он был ночным бегуном, и его уважают. Здесь все ему обязаны. Включая меня. Если бы не он, я была бы не здесь. А где бы ты была? В темной зоне, кусак. И Фрэнк поможет нам. Ты тоже можешь на него рассчитывать. Поверь. Готов? Вперед. Случайно скипнул. Ты меня не наебешь, Ревик. Ревик? Фрэнк! Они перебили нас. Одного за другим, как ебаных кроликов. Фрэнк? Фрэнк, это я. Проснись! Ты какого хуя тут делаешь? Мешаешь мне поговориться. Рейвик давно умер, Фрэнк. Соберись. У тебя гость. И кто это? Королева ебучей Англии? Я что, должен раскланяться? Это Эйден. У него есть ключ доступа в ВГМ. Это им Вальц включил электричество в городе. Рабочий ключ ВГМ? Пиздец. Покажи ему. Где взял? У одного из людей Вальца. Значит, ты человек Вальца? Полегче, Фрэнк. Он на нашей стороне. Мы думаем, что на нем есть данные об экспериментах в больнице. А, так ты еще надеешься узнать, почему Вальц испоганил тебе детство? Ладно, я скажу тебе. Готово. Потому что он сраный псих. Ёбнутый на всю башку. Это твой святой Грааль и ковчег завета в одном флаконе. Довольно? Эйден, да? Теперь вам с Луан лучше съебать отсюда нахер. Я должен подумать о более важных делах. Это девчонка, которая тоже была на опытах, но это не Мия, это не его сестра. У нас бы
бы все получилось, если бы этот мудак пришел к телецентру. Ты был прав, Рейвик. Сраный предатель. Без него мы были как дети, вышедшие с рогатками на танки. Мы не закончили, Фрэнк. В нем информация о том, кого я ищу. Надо как-то ее прочесть. Это сраный ключ, а не дневник. Им можно открывать двери, включать электричество. Но сам по себе он бесполезен. Его нужно куда-то вставить. Я бы сказал, куда тебе его вставить, но лучше свали. У меня от тебя башка трещит. Рейвик, ах ты ублюдок. Почему ты пошел на это задание? Все пошло не так. Столько людей. Столько замечательных людей. Луан говорит, только ты сможешь помочь. Луан чё только не несет. И знаешь что? В основном всякую хуйню. Она наркоманка, которую я подобрал на улице. Ясно? Не веришь мне, ее спроси. Она сама тебе все расскажет. Толку-то от попадания на этот этаж? Мы были в куче дерьма. Ничего не вышло. Может, эта башня никогда не была и не будет захвачена, понимаешь? Мы все, блядь, сыграем в ящик, и тогда будет круто. И ты тоже заткнешься. Я не для того проделал весь путь, чтобы ты вот так меня отшил, Фрэнк. Ты проделал весь путь, чтобы поговорить со мной? Ну, папам-парапам. Поздравляю. Ты еще больше неудачник, чем я. Теперь съебись уже отсюда. Видишь, Рейвик, он способен раздражать меня почти так же, как ты. Заткнись! Тебе слова не давали! Блять, Рейвик! Перестань извиняться за этого предателя и отрицать итог! Фрэнк, стоп тебя! Вернись! Отъебись, малыш. И раз уж съебываешь, захвати с собой Лан. Все, я закончил. Луан, мы здесь закончили. Пошли. С этим ключом Вальц врубил электричество впервые за 15 лет. И не думаю, что он это сделал по доброте душевной. А ты все бухаешь. И тебе похеру? Фрэнк, соберись! Ты был легендой, командиром, блядь, ночных бегунов. Ты вообще это помнишь? Тот Фрэнк умер, Луан. Он погиб с другими у телецентра. Нахера Вальцу включать электричество? Не спрашивай, я не знаю. Но если ты ищешь базу данных ВГМ, тебе нужен терминал, чтобы получить к ней доступ. Дело в том, что я не знаю, где его искать. А те, о которых я знал, наверняка не работают. Но хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Будем. А теперь съебитесь из моей квартиры. Чёртов алкаш. Ты слышал? Сирену врубил, Трабыч. Посмотришь? Я тебя... Брат, прости, я работаю и гуляю третий день, сижу в тени на стриме, спасибо брат, большое. Прости, но не слушаю. Я работаю и гуляю 3 часа день. Блин, сижу спасибо. В тени на стриме, но спасибо. Не слушаю. Спасибо огромное. Спасибо огромное за поддержку, спасибо огромное, что приходишь. Я знаю, что будет время, мы еще с тобой не один час посидим вместе. Ты придешь в себя, и работы будет чуточку поменьше, береги себя. Много не пей, сильно не гуляй. Молодость береги. Трабыч, спасибо большое за поддержку от души. Спасибо большое. Прикрой. Обнял. Всегда жду. Всегда жду. Огроменное спасибо еще за копейку. Ренегаты в центре луп. Повторяю. Ренегаты в центре. Окружают рыбий глаз. Кто-нибудь слышит? Прием. Выходите, крысы, вылезайте! Или мы сожжем эту старую халупу!
Один усов. Это один из выживших. Бля. Кто это ударил? Оп. Да что ты будешь делать, а? Спасибо, спасибо, ребяточки, спасибо большое. Я максимально... Я вас всех читаю, я вас всех вижу, но я стараюсь меньше разговаривать, не по делу. Всех обнял, спасибо, Севкур, здорово. Как? Надо куда-то выше бежать, что ли? Непонятно. Ладно. Я не знаю, как туда мне забраться. Я не знаю этих карт, этих зданий. Как туда забраться, не пойму. Ой-ой-ой. Ай-яй-яшеньки. Ой-ой-юлечки. Понял, не успел. Но теперь я хотя бы знаю, как мне туда уже идти.
Вау. Серьезно, за что так больно? Ну все. Ну я не успею. Слишком они быстро, конечно, передвигаются. Стрел нет, стрелы крафтить, походу, надо. Я тебе покажу, что... Победите ренегата на нижнем этаже. Кого? Ну а будет какой-то трос? Будет. За что так сильно, а? Так. А, ну мы сейчас их так нормально. Быстрый телепорт, я так понял. А где ренегаты? Погодите, да что по карте пишут? Ага, вот, прямо. Хорошо. Смотрите на этот урон. Урон-то хорош. По одному. Девочки.
Ах! Давай, давай. Нас зацепить. Что это за... За крики такие жесткие. Ты покойник! Меня хватит, блядь! Ты не думал! Эйден, скажи, пушка на крыше на западе. Кого? Давай. О, боги. Как же они меня гонят вечно в этой игре. Постоянно куда-то меня гонят. Блядь, еще одна пушка на юге. Они хотят взорвать рыбий глаз. Пошел в жопу. Жопу иди. Жопу. Тушим, тушим, тушим. Так, еще одна. Че не потушил-то? Попались. А туда как? Блин, как же они меня гонят быстро-то, а? Сюда, что ли? А потом на параплане лететь. Да что? Да как? А чё ты сорвался? Электричество снова. Ну как туда забраться? Эти многоэтажки, конечно, очень жесткие. Не понимаю, как по этому городу еще перемещаться. Let's go. Крюки, хуяки, понял. Обманешь прохожего на себя похожего, чат. Просто пипец, чё он не ухватился за трос? Тут, конечно, еще больше вариаций. Всяких приблуд для паркура. Ugh!
А как я... А, понял. Ладно, не спешить, не спешить. Тихо, 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 брат, тихо. Тихо, тихо. Семнадцать сек, поехали. Серьезно? Кто меня ударил? Есть, хорошо. Там еще говнюк стреляет, если что. Здорово! Сука, уже иду. Есть куда-откуда спрыгнуть, братья? Понял. Прыгивай, брат. Как же они меня гонят в этой игре. Еще три. Раз, два. Много экшона на самом деле. Отпусти его. Тупо сплошной экшон. Отпусти его. Эйден, береги. Хорошо, шашлык. Все в порядке? Проверьте, есть ли раненые, и позовите медиков. И убедитесь, что в округе не осталось ни одного ренегата. Да, командир. Ты в порядке? Джек Майлз. Ну что, Фрэнк, ты как? Я все видел. Как тебя зовут? Эйден. Если бы не ты, погибло бы куда больше. Давайте, парни, обыщите район. Сэр, у меня вопрос. Мы ищем базу данных ВГМ. Почти все их устройства не работают уже много лет. Зачем вам эта база данных? С вашим опытом в городе вы должны все знать об объектах ВГМ. Нам с Эйденом нужно найти эти данные. Поможете? Луан, это твой друг? Эйден? Ну, ради того. Никогда тебе не слышал, Эйден. Откуда ты? Я пришел из-за стен солгать. Это большой город, в нем нелегко затеряться. Да давай, правду. Я пилигрим. Я пришел из-за стен. Значит, ты многое повидал. Наверное, бывал и в старом Велидоре, да? Что вы хотите знать? В последнее время там все сложно. Мы потеряли своего командира, и базарные пытались отрубить нам электричество. Говорят, что большую часть наших людей перебили. Или зараженные, или жители базара. У меня также нет связи с отрядом нового командира Айтера. Знаешь о них что-нибудь? Подождите, солгать, что не знаю. Подождите, Айтер. Кто такой? Айтер, это которого убили в этом, по-моему, в туннеле. Вот этот чел, как его, ну, который такой же мутированный, как я, профессор. Да, это он. По-моему, это он, не? Айтер. Такой, причесочка у него такая, как у меня еще стоит наверх все. Мы нашли Вальса, но... Он удалился и сбежал. Что? Где?
В туннелях у автозавода. Да-да-да. Вальц разбил отряд Айтера. Я едва смог улизнуть. Я не должен был их бросать. Нужно выяснить, что происходит. Что касается оборудования ВГМ, поговори с лейтенантом Роу. Если что-то еще и работает, он об этом знает. Его взвод охраняет остров Калверт и район Нью-Даун-Парка. Но из-за нападения мясника мы вырубили рации. Так что придется отправиться к нему. Передайте ему вот это. Что это? Приказ для него и других отрядов. Пошли, парни, уходим. Давай наружу. Поговорим. Опа, плюс паркурчик. Так, я, кстати, там какие-то перчи подбирал. Вот, смотрите. Необычные перчатки. А у меня перчатки капрала. Они, смотрите, названия одинаковые, а статы разные. Я вот эти подобрал. Эффективность. Ну, блин, такие статы вообще слабенькие, если что. О! Мастер Афонион. Армейская... Это что такое? Трость, булава. Это что такое за пришло мне за... А, это по заданию, наверное. Искусные джоггеры. И это, смотрите, типа легендарный. Это, по-моему, покруче получается. Чё по шляпе? Шейная гетра, боец. Броня минус. Восстановление выносливости. Да, давай, нормально. Так, а чё по футболочке? Футбол, очка. Броня 3. Тут статов больше. Ну, все это, конечно, нереально там всматривать. А что по кроссикам? Вот кроссики есть, по-моему, получше. Хотя тут вроде бы всего много, но... Ага, урон, паркурные атаки. Уникальные кроссы. Блин, как-то странно она статы показывает. Да, ну брони особо-то нету. Ты же видишь, вон какая-то. Такая себе вещь. Когда-нибудь они подорвут дамбу, просто затопят. Где ты научился так драться? Где? Когда был пилигримом. Выбора не было. Во время странствий, да? Футбола, очка. Ты когда-нибудь задумывался, как они сделали нас такими? Сильными? Скорее, ебанутыми. Ну да, ебанутыми и сильными. Может, выясню, когда найду Мию. Что дальше? Роу может знать, как получить доступ к этой чертовой базе данных. Вот, отнеси ему этот приказ. Только не потеряй. Или Джек спустит с меня шкуру. А ты что? Я присоединюсь, но сначала мне нужно к Фрэнку. Ты его видел. Он еле держится. Что насчет этого Роу? Знаешь его? Роу? Слишком хорошо знаю. Он отличный командир. И ебанутый. Почему-то многие говорят, что мы с ним похожи. Однажды Джек отправил его взвод в место, которое оказалось темной зоной. Люди запаниковали, и, возможно, они бы не выбрались оттуда. Но Роу не растерялся. Он приказал всем отойти назад и начал стучать палкой по бочкам, привлекая этих уродов. Это был самоубийственный план. Но главное, это был план. Его бойцы снова смогли собраться. Если бы ночные бегуны еще существовали, Фрэнк точно бы его взял.
Окей. Хорошо. Начни с острова Калверт. У миротворцев там застава. Луан, знаю, что в старом Велидоре я вступил в конфликт с Айтером. Я взорвал ветряк миротворцев. Мы друг друга недолюбливаем. Боишься, они узнают, что ты сделал? Ты разве не слышал, что говорил Джек? Расслабься. Здесь никто не связан со старым Велидором. А если такие и есть, к тому времени мы уже найдем то, что ищем. И будь на связи. Принято, партнер. О, моя голова. Кажется, я ранен. Как его... Я понял. А где мне его искать? Этого чела. Который, которого стрелу стрельнули. Хакон. Хакон его зовут. Да-да-да, Хакон, Хакон. Луан, я возле острова Калверт. Отлично. Я от Фрэнка тоже туда отправляюсь. Если узнаешь у Роу, где терминал, сообщи мне. Ты найдешь сестру, а я найду имена уродов для моего списка. И все будут довольны. Кроме и себе знаю, где. Им будет не до переживаний. Тихо, тихо, крикун. Гэгэ. Отстань! Дай взлететь! Дай взлететь! Дай взлететь! Я влечу! Ни хрена не лечу! Чё так мало-то? Опасная зона 6. В смысле? Здорово, братец. Чё стоишь смотришь? Меня тут грызут, а ты стоишь Роу, смотришь. У меня приказ от командира. Я не Роу. Он ушел со своим взводом в Нью-Даун-Парк. Я лейтенант Грейди. Зашибись. Поиски продолжаются. О чем ты говоришь? Покажи приказ, сынок. Велено передать его лично Роу. А я Роу, когда Роу здесь нет. Это зовется субординацией. Давай. Какого черта? Командир сказал, почему нас отводят в центр? Он, знаете ли, ничего мне не объяснял. Я простой посыльный. Ладно, парни, собираемся. Нам приказали отступить. Возвращаемся на базу. Что? Мы бросаем эту заставу? Не задавай вопросы. Похож на Эйтера, чел. За юбкой Мейер. Вы нас бросаете? Что нам делать? Мы беззащитны. Иди раздай оружие выжившим и уходим. Советую не жалеть для них оружия. Ренегат отправили в рыбий глаз целый отряд. Есть еще какие-нибудь гениальные идеи? Один вопрос. Где мне найти Роу? В Нью-Даун-парке. Но не уверен, что они добрались. Отнеси ему это, скажи, я уже занимаюсь. И лучше ты, чем я, дружище. Роу выйдет из себя, когда это прочтет. Я должен жизни спасти, а не свою потерять. Да, благодарю. Сволочи. У нас нет ни шанса. Мне очень жаль, но у нас приказ. Вы не можете нас бросить. Если придут ренегаты, мы все скоро погибнем. Полегче. Мы дадим вам оружие.
Дадите оружие. Старикам женщинам. Молодежь давно ушла в миротворцы. Я мало что могу сделать. Отойдите. А если не отойду? Ударишь беззащитного? Тогда уж убейте нас перед уходом. Избавьте ренегатов от хлопот. Отойдите. Найс, поднимаюсь. Иногда я задаюсь вопросом. Что за идиоты? Их приказ заставит жизни гражданских под удар. Луан, я иду в Нью-Даун-парк. Роу отправился туда. Никак не пойму, зачем ренегаты напали на Рыбий Глаз. У них есть свои лагеря, но мясник не нападал на Рыбий Глаз никогда. Даже он уважал ночных бегунов, но не представляю, что творится у него в голове. Мясник, расскажи мне о нем. Полковник, он командует ренегатами. Это он приказал залить город химикатами. Тогда погибли мои родители. Мне жаль. А мне нет. Отца я видела один раз в жизни. Опа, медок, медок, медок. Только и умела, что надираться. Она меня бросила. Значит, так ты и попала к Вальсу? Примерно. А твои родители? Помнишь их? Нет. Я помню только больницу. Боль и огонь. Перед тем, как нас с Мией разлучили. Так вот почему ты ее ищешь. Кроме нее у тебя никого нет. Ух, сосредоточься, ух. Ладно? Это был бег по стенам. Кто последний, тот лох. Боже, какая она дерзкая, чат. Такая, знаете, сявковитая, быдловатая. Но страстная. Такая чисто, знаете, пацанка. Куда, куда, куда? Боже, по этому городу еще сложнее перемещаться.
Кис-кисы есть вообще в чате? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жесткие они. Он тут... Что? Привет, братик. Ты со мной тут спал, да? Смотри, какой загорает лежит. Такс, Ребзи куда? А насколько меня далеко откинуло? Не понял. А, не, близко, близко, близко. Хорошо. Let's go. Сейчас раскатаем двоих этих товарищей. Так, надо сейчас спрыгнуть со станом. Со станом прыгать, как меня учили в детстве. На них со станом прыгнуть. Здорово. А вот и ключ. А не, это... Или да. Не трогай меня, пожалуйста. Что это за бздыч? Видел его? Кто ты? Зачем он тебе? У меня приказ от майора Мэтта. Лейтенант Грейди сказал, он здесь. Все хорошо. Где твой взвод и командир? Мы обустраивали лагерь, когда на нас напали ренегаты. Роу и другие, они убили нескольких. А потом побежали за отступающими. Ну а ты? Я не мог угнаться за ними и отстал. А затем на меня напала еще одна группа. Что они здесь делают? Ренегаты никогда не нападали на нас в центре. Ох, блядь. Эй, здесь еще пара крыс. Осторожно. Прячься. Идите к черту. Эй, мужики, вы кто такие? Уже уходим. Да, джентльмены? Убьем его. Боже. Опять что ли, да? Кстати, надо будет попробовать. Знаете, что надо будет попробовать? Ага, стрелка надо бахнуть первого. Ай-яй-яй. Как ты забрался сюда, говнина, а? Ну что? Ага, иди сюда. Где ты есть? Ты посмотри, что он делает, а? Пока я туда-сюда, он уже... Да боже. За что? Место Синеноса. Мистер Трабл, всем огромное спасибо, кто смотрит стрим почтенного господина Ревизора. Вопрос чату, вы соскучились по прогнозам, и скаму наебало, если доставим плюс в чат. Дай бог здоровья пожилому донатеру, спасибо большое за поддержку. Просто дал мне оплевуху. Вот вместо тех гадов, просто взял и дал мне оплевуху. Вот просто вот так, на, раздуплись.
Огроменное спасибо, Трабыч. Спасибо большое. Я сейчас максимально сконцентрирован. Ну, не отвечать на донаты не могу еще, понимаешь? Спасибо огроменное. Место-то синегод что-то, короче, в загуле. Тупо бан синегод. Не заходит, короче, на Dying Light. Понял, да? Заходит, смайл ставит и выходит. Больно, больно, больно. Мне еще один кто-то стреляет, короче. Еще один стреляет. Говнюк. Я выжил. Спасибо большое за поддержку, братишки и сестренки. Ну что бы я без вас сделал? Не было бы вас, не было бы вас, не было бы вашей поддержки, меня бы тоже не было. Спасибо. Персик. Ботинки какие-то накружил. На этом челе. Сейчас мы закончим серию и поговорим с вами с каждым, со всеми вместе и с каждым по отдельности. Эй, все чисто. Вылезай. Так, где Роу? Лагерь должен быть там, на крыше отеля. На перекрестке с Нилс Драйв. Позади здания есть лебедка, ты можешь ей воспользоваться. Если они еще не вернулись на заставу, то найдешь их там. Спасибо. Если сможешь сам добраться до базы, иди. И не давай снова загнать себя в угол. Такс. Найдите командира заставы. Окей, brothers and sisters, ну тут сложно. Ну тут сложно. Сложно. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Грибы. Вот если не учитывая тот момент, что проблемы с трассировкой лучей и с DirectX 12 в целом, а трассировка на 12 директе, вот, то с оптимизацией все отлично. Я вот сейчас катаю в районе 100 FPS на высоких настройках. Найс, уютненько, чат, прямо как у стримера. Это что значит? А, по... не, а, понятно, не-не-не, какие испытания? Вот с ингибиторами контейнер, это по-нашему. Сюда, как же сюда забраться? Ну, ёшкин матрёшкин. Вижу трубы. Ага, вот так. Доброе утро.
Ай, как же сюда забраться, а? Пока не вижу как, но пытаюсь. Сложно перемещаться по этому городу. Помогите. Не понимаю. Каждый раз какое-то новое здание, какое-то новое испытание. Помогите. Спасибо. Рядом контейнер с ингибиторами. А вон, вижу. Смотрите, сюда, туда. Надо все равно по кругу как-то бежать, по вот этим штучкам. Let's go! А можно и вот так. Ха-ха. Не понял. Ну, быстрее, господи! Забыл посмотреть. Какой же у тебя рейндж здоровый, ты? Посмотрим, какой из тебя ночной бегун. Здорово. Не понял. Собака. Пошел. Да ты что, говно? Просто в упор мне стрельнул. Ну ты, конечно, и говно. Хорошо, хоть знаю, как уже к ним бежать. Тихо. Ты прикинь. Ага. Как успехи? Нашел Роу? Пока нет, но я наткнулся на ренегатов. Черт. Держись, я скоро буду. У меня не хватает. От меня не уйдет, говна кусок. О, да. Брат, ну не бей. Давай, иди сюда. Брат, давай, иди сюда. Это перебор. Сосни какую-то. И как оно, брат, твой ход? Что-то жестко. Проклятие, что происходит? Долби его. Нравится, а? Да боже, как же жестко, как же узко, не могу никуда уйти. Я сейчас, кстати, посмотрю. Знаете, что посмотрю? Сейчас, вот, смотрите. 170 стрел. Х10 за раз. Легко.
Let's go. Почему так слабо стреляет? Что это за фаер-шоу, брат? Профессиональное прохождение. Сейчас будет весело. Сюда, мудак. Все, стамина, го. Пистолей получить захотел. Хватай его. Тебе пиздец. Просто сейчас 75 этих стрел ему заряжу. Нет, 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 нет. Эй, привет, подзалуга. Под кто? Под осиной? Чао, персик. Брат, чё тебе не могу освободить? Чё стоишь на коленях? Вставай. Чуть не сдох. Спасибо. Здорово, братцы. Хорошо. С этими разобрались. Проверьте, что с бойцами внизу. Есть, сэр, лейтенант, сэр. О ренегатах снаружи можно забыть. Ты их прикончил? Кто ты? Эйден, у меня приказ от Джека Мэтта. Хера себе. Ну давай глянем, что у нас тут за подарочек. Отступить? Сейчас? Это, блядь, шутка такая. Знаешь, скольких я потерял, чтобы закрепиться здесь? Нет, лейтенант, но у меня другие... Пятерых. Лучших из лучших. Бортес убила больше тварей, чем весь отряд. Сьерра и малыш Рон сражались со мной еще до падения. Они отдали жизни за этот кусочек города. А что теперь? Я должен отступить? Хочу получить доступ к базе данных ВГМ. Говорят, ты знаешь как. Знаю. Но хули я теперь тебе должен это рассказывать? Я должен исполнять дебильный, но важный приказ. Убирайся. Господа, нужно собрать жетоны погибших. Это хуйня полная, но приказ есть приказ. Роу, подожди. Луан, тоже пришла меня позлить? Ты меня знаешь, Роу. Нам с Эйденом нужна база данных ВГМ. И ты нам поможешь. Будешь тянуть? Или решим все здесь и сейчас? Бля. Зачем вам база данных? Слышал, она хранилась на серверах в центре управления обсерватории, но это здание было разрушено во время химатаки. Обстрелы шли все время, будто мы блядские гуки какие-то. Все уничтожено. Ясно? Вообще все. Не верите, сами проверьте. Господа, мы уходим. Осуждаем. Что дальше? Дальше? А ты не слышал?
Похоже, этой базы уже давно нет. Не раскрыть нам тайну нашего детства. Я снова займусь уродами из своего списка. А ты... ты можешь остаться в центре. Я пойду в обсерваторию. Значит, ты пойдешь один. Значит, разделяемся? Все хорошее заканчивается. Мясник и остальные из моего списка скоро тоже это поймут. Я продолжу. Кто такой мясник? Я еще его не видел. И тебе не стоит здесь оставаться. Эйден, мне жаль, что ты не нашел свою сестру. Да, спасибо. Но Вальц остается. Он должен знать, что с ней. Сообщу тебе, если найду его. Удачи, Гаджо. Удачи, Луан. Я правда не пойду с тобой. Такс. Ребятушки. На этом сегодняшняя серия подошла к концу. Не забывайте ставить лайки, колокольчики и подписываться, конечно же, на канал. С вами был, как всегда, наемник Ревизора. Не прощаемся. Прием. Выкидываю по два видео в день. Ренегаты. Они окружили нас на острове.